Мы жили по Пензенской, под мостом, ну, в бараке в старом, конечно. 40 лет там проживши, уже хотелось бы в хорошем жилье пожить. 5 лет стояли на очереди, наконец дождались. Очень довольны, хорошие светлые квартиры. Спасибо всем, администрации, Путину, который эту программу как бы организовал. Вот. Ну, сейчас будем переселяться. Жительница Кузнецка Наталья Белова – одна из 22 недавних обитателей ветхих бараков, а ныне собственников квартир в новом доме на улице Октябрьской. Увиденным остался доволен и Андрей Полазник, чиновник из Пензы, заглянувший к 5-минут новоселам вместе с коллегами. Мы видим, что очень хороший дом, очень хороший качественный ремонт. Все люди, с которыми мы встречались, довольны жильем. Жилье построено на средства государства. Общая сумма затрат составила 27,5 миллионов рублей. Из бюджета города Кузнецка выделена половина этой суммы. Второй по численности населения город Пензенской области – один из лидеров нашей губернии по темпам расселения и качеству предоставляемого жилья. В целом программа по переселению граждан из ветхого фонда успешно реализуется по всей области. В общей сложности на сегодняшний день более 1000 граждан уже получили жилье, и до конца года еще 1000 граждан получат жилье в новых благоустроенных домах. В Кузнецке в ноябре состоится аукцион на приобретение квартир по программе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2015 году. Планируется направить на эти цели более 42 миллионов рублей из бюджетов различных уровней.